здесь тактильная плитка, но ее проектом не предусмотрели. Ну вообще же по правилам благоустройства, особенно на больших городских пространствах, тактильная плитка обязана быть. Или я чего-то не понимаю? Ну, понимаете, есть проект, который сделали, который прошел государственную экспертизу. Соответственно, как бы говорить о том, что там правильно, неправильно, то государственная экспертиза сделала свое решение и сказала, что так правильно. Почему мы и собрали общественную комиссию, чтобы они увидели и свои замечания. На сегодняшний день есть какие-то замечания? На сегодняшний день. Вот, у меня лично замечания по этому работают. Круглосуточно работает представитель заказчика, то есть меряет, объемы замеряют. Срок окончания работы с 1 августа. То есть у заказчика есть право осуществлять приемку работ в течение 30 дней. То есть мы как бы финал, так скажем, это сегодняшняя тема. А просыпка будет еще осуществляться, потому что многие мешают не просыпать. Это вот дожди идут. Я говорю, что уже просыпали 4 раз. Изначально привезли этот песок мокрый. Первый раз просыпкой все это делали было 3 недели назад. После этого еще 2 раза просыпали. А в том году на площади ДК обещали точно так же. В этом году сделано. И еще подрядчику претензии написано по площади. Поэтому у него гарантия, потому что люди сгорят.